Дети летом на лугу рисовали радугу. Рисовали, рисовали, а потом вдруг спорить стали. Из каких цветов она так красиво сложена? Дети радугу опять дружно стали рисовать. После снова спорить стали. Что какой цвет означает? Пусть ответит тот, кто знает. Желтый цвет теплом согреет. Радость дарит он и свет. Синий и голубой – символ мира и покоя. Фиолетовый цвет – это цвет привета. Цвет зеленый – цвет весны. Пусть им будут сны полны. Самый яркий и прекрасный – это цвет, конечно, красный. Цвет оранжевый – приятный, апельсиновый – нарядный. Дети в солнечном кругу рисовали радугу. Рисовали, как умели, и, конечно, песни пели.